Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас будет распаковочка. Вот такая вот пришла посылочка из Китая. В принципе, особо, может, и не стоило делать обзор на вот эту штуку, что пришла. Но решил я сделать не потому, что тут что-то такое ценное или важное, а просто хочу вот показать отношение китайцев к своей работе. Ну, смотрите, вот пришла вот такая вот посылка из Китая. Она очень легкая. Вот. Она очень легкая. И на самом деле многие подумают, что в этой посылке могло прийти. Вот. Я сам, честно говоря, удивлен. Но сейчас я вам покажу, что в этой посылке лежит. Стоимость этой посылки это в районе 75 центов, то есть меньше доллара. С бесплатной доставкой в Беларусь. Вот. То есть меньше доллара стоит эта посылка. Смотрите, как все упаковано. То есть вот слой пенопласта. Один слой снимаем. Что мы тут видим? Такая вот тряпочка. Сами знаете для чего. И вот стеклышко. Значит, стеклышко для телефона Xiaomi Redmi 3 Pro. То есть я выбирал самое-самое дешевое, какое есть в интернете. Вот посмотрите, как упаковано. То есть два вот таких вот куска пенопласта. Вот, все закручено в скотч. Вот. Тут две салфеточки. Две салфеточки. Ну, это, я так понимаю, это такие наклейки, чтобы приклеивать к стеклу или что-то в этом роде. А, или это если какая-то пыль можно собрать. Вот. Ну и непосредственно само стекло. Вот оно здесь. Вот для телефона Xiaomi Redmi 3 Pro, как я говорил. Вот. То есть, в принципе, что меня поражает, что это надо было заморочиться, все вот так вот упаковать, такую упаковку, то есть, ну, приложить усилия, не то, что так бросить какой-то пакет и на почту отнести. То есть, тут конкретно человек сидел, там, 5 минут это все дело упаковывал. То есть, к чему я это говорю? Просто насколько вот все зависит от продавца. Товар дешевый, копеечный, но реально, когда он приходит в такой упаковке, тебе просто приятно, что даже за 70 центов люди заморочились и вот так вот упаковали все и отправили. Молодцы. То есть отношение к работе у этого продавца просто супер. Так, ну вот само стеклышко, в принципе, вот оно будет сюда. Сейчас посмотрим. Ну да, все отверстия, все совпадает. Вот, то есть, в принципе, все сенсор, все работает. Никаких тут
выступаний. В принципе, нормально все. Я специально заморочился для того, чтобы найти самые дешевые, потому что ну, не вижу смысла я там заказывать за там, 3-5 долларов, за эти деньги и у нас можно купить. То есть вот это все стоило 75 центов. Ссылочку я сброшу под описанием к видео. Ну, то есть вот на этот телефон, еще раз повторяю, Xiaomi Redmi 3 Pro, вот это вот стеклышко. То есть там в предыдущем видео я показывал, там вот заказывал вот этот вот чехол. То есть, ну и тут получается, как бы немножко этот чехол заходит на края телефона и выступает таким бортиком. То есть сейчас, когда я наклею стекло, вот, то есть уже тут будет бортик этот заподлицо. Вот. Ну, скажем так, я доволен. Я доволен, молодцы китайцы. Так держать. То есть, еще раз подчеркиваю, вот такая упаковка, то есть два таких толстых слоя пенопласта, ну, чтобы ничего не помялось, не поцарапалось, ну молодцы, молодцы, еще раз повторяю. Кому надо, переходите по ссылочке в описании под видео, там будет ссылка на этого продавца, у него там куча еще других товаров, кому надо, выбирайте. Все на сегодня. Всем пока. С вами был просто Дима. Смотрите мои новые видео. Всем удачи!